Сегодня в Чебоксарах прошел вебинар «Стартовая диагностика первоклассников». Министерство образования Чувашии планирует измерить готовность первоклассников к обучению в школе. Тестирование – часть независимой системы оценки качества образования. Она дает возможность понять, как ребенок подготовлен к учебе в школе, как дальше работать с ним. Тесты разработаны Российской академией образования, опытными специалистами-тестологами. Диагностика будет проводиться в начале второй четверти, когда первоклассники уже освоились в школе. Она включает 4 психологических теста для детей, родителей и учителей. Результаты диагностики не могут использоваться при распределении детей в тот или иной класс. На основе полученных данных будет составлен профиль адаптации к школе каждого ученика и класса. Далее по итогам этой диагностики готовятся большие подробные методические рекомендации для учителя, как работать с каждым учеником, для родителя, насколько подготовлен его ребенок и что, как нужно дальше помогать, скажем, своему ребенку, чтобы он был успешен в течение дальнейшего обучения.